Сирии после нападения боевиков ТИГИЛ на цементный завод в городе Думейр пропали без вести по меньшей мере 250 человек. По словам родственников, эти люди могут находиться в руках террористов. Ранее боевики похитили и увезли в неизвестном направлении около 100 рабочих. К слову, Думейр расположен по соседству с промышленной зоной Адра на шоссе Дамаск-Багдад. Там в декабре 2013 года террористы учинили расправу. Тогда жертвами стали свыше 100 человек.